Всем привет, с вами Мимику, и я продолжаю проходить Dustin Elysium Tail. Я, собственно, переназначила управление, и... Ну, ни хрена не поменялось на самом деле, и это очень странно. Но будем привыкать работать с тем, что есть. Вот. Как-то так. Здесь в гору я не могу пойти почему-то. Я с этим буду возиться уже потом. Поэтому еще разберусь. Пока что это не так сильно критично. Вау! Это не так сильно критично для моего прохождения, поэтому я уже подпривыкла и будем играть так, как есть. Блин, прикольная палаточка такая. Ну почему нельзя полежать в палатке? Ну, камон. Там вон кролики, кстати, смотрите. Они выбраться не могут. Выбегайте, малыши. Два ключа. Вау. Два ключа. Очень круто. Так. Просто. А куда идти? Все, поняла. Ну то, что навык повысился, наш уровень, мы же можем навык повысить какой-нибудь. Поэтому надо будет сейчас тоже этим заняться. Хотелось бы еще больше урона наносить, на самом деле, тогда мы, получается, и жить будем дольше. Что, не нравится тебе так, да? Так, не сюда, вот сюда. О, 43%, прикольно. Но все-таки вот интересно, куда вот здесь мы можем пройти еще? И что значит эти точки? Это значит, что мы доисследовали или как? Я не понимаю. Так, есть справка. А, это сейвы. Здесь разграблено. Лавка, цель. То есть вот здесь, скорее всего, не разграблено. Не знаю, пока посмотрим, что это значит. Так, материалы, собранные с торгов, можно использовать в кузнице для улучшения экипировки. Материалы можно продать магазинам. Получив новый материал, магазины начнут пополнять им свои запасы. Используйте это преимущество при нехватке материалов. Оу. Прикольно. Удобненько. Так, окей, персонаж. Что мы ему поднимем? Фига себе, это здоровье аж до 180 сразу. Обалдеть. Ну, давайте еще атаку поднимем. Давайте. Я хочу еще быстрее убивать. Я люблю убивать. Так. Все, да, точно. Слушайте, ну очень красиво прям поднялось все. Они сами до меня сейчас допрыгнут. Мне даже до них идти не надо. Они у нас умные, хорошие, сами приходят на свою смерть. Получен новый навык. Получена воздушная полевая буря в воздухе. Нужно зажать и... Прикольно. То есть это мы можем прыгнуть и... Вот так. Или не так. Вау. Все, я поняла. Парень, извини, ты всего лишь был тестером. Ладно, в следующий раз хпшки вкачаю. Вообще надо почитать, что остальное, на что оно влияет.
Поэтому вполне возможно, что может быть что-то прям такое полезное будет. Так, а тут что? Еще один ключ! О май гад! Вау! Так, интересно. А, сюда требуется как раз эти... три ключа. Слушайте, как много всего. Очень приятно. Эта стена усилена мощным сплавом. Нужно что-то взрывающееся. Это палатка? Там есть кто-нибудь? А, что бы это ни было, у него светящиеся взлом глаза. Торговец ждет. Не стоит бояться его внешнего вида. Я чувствую, что он хочет оказать помощь в нашем путешествии. Я не испугалась. Просто удивилась. Ну, возможности сэкономить. Давай поговорим с ним. Я ждал тебя, незнакомец. Кто ты? Вообще, Даст мне очень сильно напоминает Райса из Дельтароны. Просто друг с большим ассортиментом товаров. Будем налаживать бизнес. Лечебное средство. Это я могу у него купить, да? Это сколько у меня есть? Антидот. Но мне пока вроде ничего такого не надо. Так, а... здесь же ведь еще есть защита, кулон. Подарок юноше своей возлюбленной. Слушайте, мне вот это нравится. Я же могу его... Да! Могу! Могу ли я сделать тебе предложение, прежде чем ты уйдешь? Зависит от предложения. Прости мне мою смелость, но ты еще не готов к тому, что тебя ждет впереди. Однако я могу предложить тебе свою помощь. Пожалуйста, прими в качестве подарка этот чертеж. Если тебе удастся найти необходимые материалы кузнеца, то он сможет изготовить этот предмет. Также я могу предложить тебе материалы, хотя я не в курсе, что в этих землях ценится больше. Я не из этих мест, как ты, наверное, уже мог догадаться. Как только ты продашь мне новый тип материала, я смогу пополнять им мои складские запасы. И в качестве награды я заплачу дополнительно за первый новый материал, который ты мне продашь. Он купит их дороже. Я... Ну да, так и будет. Спасибо. Будь осторожен, мой друг. Так. Мне нужен инвентарь. Вот, пожалуй, простой кулон мы наденем. Что-нибудь еще у нас есть? Так. О, кстати. Хлопковый жилет. Либо... Ага. Окей. Тоже надеваем. Я только увидела, что здесь можно что-то надевать на себя. Угу. Это я не могу выковать. Колец у меня нет. Коллекция разных ключей. А вообще, что нужно на эту броню? Собрано из 1000 крошечных переплетенных стальных колец. Каких-то 2 этих штучки и вот это вот. Давайте у него еще посмотрим, что там. Так, это получается вот тут, да? То есть вот это
Жилет из листьев. Так, стоп. А продать я ему, получается, ничего не могу. А, могу. Режим продаж. Давайте, наверное, вот эту штучку продадим. Угу. Многоцелевая пустая бутылка. То есть, в принципе, я могу ему по одному всего, да? Давайте один хлопок мы ему тоже добавим в каталог. Вот это тоже. Чтобы по одному было хотя бы, знаете, вот новый материал. Чтобы потом, если что, я всегда смогла купить. Я, правда, мне очень интересно, это будет действовать на одного только торговца или на всех. Это пока непонятно. Сделки с тобой очень ценны для меня. Те материалы, что ты продал, мне достаточно ценные. Я пытаюсь со временем восполнить их запасы. Также у меня общий склад с другими торговцами. С нашей помощью ты сэкономишь время, собирая редкие материалы. Спасибо. Будь осторожен, мой друг. Все-таки единый у них инвентарь. Вот это приятно. Правда, мне что-то взрывоопасное нужно. С этим будут сложности, я так понимаю. Да, просто так я не пройду. Вау! Прикольно. Вы обнаружили фруктовую бомбу. Используйте полевую бурю, чтобы сорвать и вести фрукт. Вы серьезно? То есть я не могу его взять. Лол, я поняла. Ау! Странные кольца стенные. И сохранились. Забавно. Забавно. Но мне бы еще фрукт, да. Вау! Слушайте, а неплохо наша атака вся эта увеличилась, я вам скажу. Все, иди сюда. Нет, нет! Что ты делаешь? Окей, мы потеряли один фрукт. Не знаю, насколько это будет плохо. Но вообще, да, его вот сюда надо было бы. Может, они рисуются? Было бы мило. О, они рисуются. Давай, 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 давай. Вообще мы слишком, да, переборщили. Тихо. Нельзя быть таким резким.
Вот сюда. Эй. Все. Вообще у продавцов, наверное, стоит потом еще и ключи эти собирать. Оу, шит. Переборщила. Да камон, хватит. Окей, ладно, я успела. Это что была за штука такая? В этой клетке что-то есть. Быстрее вытаскивай это оттуда. Четыре замка. Рискну догадаться и сказать, что нам понадобится четыре ключа. У меня есть четыре ключа. Ой. Вау! Мидбой! Мы нашли друга и повысили свое здоровье на 5%. Вы можете посетить своих друзей в святилище, которое доступно на карте мира. Митя! Господи! Лол! Это жесть! Ты меня даже здесь не отпускаешь, Митя. Так, и мы сюда пришли, чтобы мне в очередной раз напомнили о том, что медбоя надо допройти до конца. Ладно, нам, кстати, не так уж и много осталось. Пускай она там тоже без дела не сидит. Чуть-чуть ей работки дадим. О, веревка, чтоб повеситься. Да, там что-то есть. О, это просто. Посторонись. Отлично, получилось. Подожди, нет. Какие-то проблемы? Да, я не знаю. Просто не получается хорошо зацепиться. Ага, ты просто красуешься. Это так мило. Не беспокойся, уверена, что туда можно попасть. Мы просто вернемся позже. Вау. Вообще красивенько очень. Похоже, мы двигаемся в верном направлении. Будь на готове, Даст. Я чувствую сильного врага прямо по курсу. Не волнуйся, Даст. Я буду за тобой на каждом этапе твоего пути. Очень далеко за тобой. Оу! Это еще одна из тех колючих слизистых тварей! А они настойчивы, в этом им нет равных. Мне жаль это разложившееся существо, но сейчас идеальное время для демонстрации техники парирования. Позволь ему ударить. Вау! Эй, ты его оглушил! Атакуй, удерживай X в момент удара врага, и ты сможешь парировать его, открывая противника для контратаки.
Время играет решающую роль, и ты должен быть лицом к лицу с противником. Как видишь, успешное парирование может также временно оглушить противника. Теперь избавь это существо от страданий. Прикольно. Я вижу там кого-то. Спроси, есть ли у них что-нибудь поесть. Мы немного торопимся, Фиджет. Не волнуйся, я покормлю тебя позже. Эй, я не домашний питомец, но я была бы очень признательна, спасибо. Ты именно домашний питомец. Так, чтобы поговорить с дружелюбным персонажем. О, привет! Вы удивили меня в такой дали от города, мало путешественников. Жаль это слышать. Приятно наконец-то видеть дружеское лицо. Значит, мы приближаемся к деревне? Ты имеешь в виду деревню Аврора? Да, но за этими полями на востоке. Полагаю, вы там окажетесь весьма кстати. Что вы имеете в виду? Нападения чудовищ все усиливаются. Как раз перед тем, как вы появились, я точно слышала чьи-то крики. Она права, да. Я слышу, как кто-то зовет на помощь дальше по дороге. Поспешим. Да, поторопитесь. Будьте осторожны. Окей, поможем, кто бы там ни был. В зависимости от выбранной сложности, монумент сохранения восстановит вам часть здоровья. Сейчас, наверное, парирование мне очень пригодится, да? Смотри! Пожалуйста, помогите нам! Вау! Ма! Посмотри на размер этого создания! Не волнуйся, думаю, я справлюсь. Используй все, чему научился, даст. Изгони этих мерзких созданий из нашего мира. Ё-моё! Да почему ты не это? Я же жертвую! Окей. Нет, подождите, это еще не все. Вот и остальные. Мама! Мама! Так, окей, мне нужен инвентарь. Где будет еще еда? Потому что пока научишься это всему. Но это прикольно. Вот сейчас вот даже несмотря на то, что я играю на нормальном уровне сложности, на обычном, мне потненько, и это, блин, это круто. Так и должно быть, я считаю, в играх. Ай. Я сразу же 2 яблочка съела. Так. Мне нужно еще хп. Один грязевой, причем какой-то. Другой деревянный. Ух, минус один. Фух, прикольно. Это все? Мы всех уничтожили?
Да. Я думаю, это все. Хорошая работа, Даст. Ты показал себя достойным мечником. И как раз вовремя. А, это было нетрудно. Я могла бы справиться с 4 или 5 такими. Но если пришлось бы... Если бы Даст был рядом... О, большое спасибо. Что здесь случилось? Я не знаю. Мы проверяли поля, когда напали эти гиганты. Раньше у нас было множество проблем с более мелкими тварями, но это первый раз, когда гигант подошел так близко к деревне. Первый этап твоего путешествия подходит к концу, Даст. Деревня находится впереди. Ну, мы добрались, это здорово. Но что дальше? Пока это сокрыто от меня. Топоры в безопасности, и это самое главное. Продолжим свой путь. С вами все будет в порядке? Да, мне просто нужно отдохнуть. Не знаю, как вы это сделали, но вы в одиночку одолели 3 гигантов. Без проблем. Это то, чем мы занимаемся. Приносим справедливость слабым и беззащитным. Эй, ты кого назвала слабым? Тебя, дедуль. Так, магазины обновлены даже. Ох. А прикольно, это было бодренько, прям мне понравилось. Глава 1. Оу, судьба. Это она типа пройдена или начинается? Это был пролог? Деревня Аврора. Я, кстати, думаю, что на этом стоит нам сегодня закончить, и в деревню мы пойдем уже в следующий раз. Мне все еще нравится, вот прям последний файт был бодрячковый и заставил, знаете, вот как старого доброго любителя Devil May Cry, особенно там 3-го, 5-го я, к сожалению, еще не играла, будет у меня компьютер, обязательно поиграю. А, прям такой, знаете, слэшерный момент. В общем, мне понравилось, было круто. И надеюсь, что будет дальше только усиливаться это впечатление. И увидимся уже в следующем выпуске. Посмотрим, что там будет дальше в этой деревне. Подписывайтесь, ставьте лайки, если понравилось, и жду ваших комментариев. Всем пока-пока и до встречи.